Совсем недавно бывший чемпион UFC Люк Рокхольд решил заключить контракт с одним из модельных агентств. Как сказал сам Люк, если ему предложат достаточно денег для работы в качестве модели, то он повременит со своим возвращением в бои. Такие предложения поступают к бойцам уже достаточно давно. Многие спортсмены уже даже успели провести пару фотосессий для различных журналов. Бойцы, которые хорошо выглядят, задевают внимание женской аудитории и приносят новых фанатов ММА. Сегодня мы поговорим о бойцах UFC, которых часто называют красавчиками, и которые вне клетки смогли бы благодаря своей внешности сниматься в кино или стать моделями. Конор Макгрегор. У этого ирландского бойца прекрасное чувство стиля. Он тратит на свои дорогие костюмы десятки тысяч долларов, всегда выглядит стильно, а его харизма и умение завести толпу очень сильно его прославило. Благодаря Конору, большая часть женской аудитории обратила свое внимание на ММА. Макгрегор уже неоднократно снимался в различных изданиях и позировал для многих журналов. Также ему уже предлагали роль в фильме 3X. Карлос Кондит. Этого парня за его брутальный внешний вид очень часто размещают в социальных сетях. Его прекрасно ухоженная борода, а также прозвище «Прирожденный убийца» поддерживают его мужской образ. Несомненно, вне клетки этот парень смог бы стать успешным киноактером и сниматься в каких-нибудь боевиках. Андрей Орловский. Этот большой парень нравится многим девушкам. Высокий и слаженный мужик с хорошо уложенной бородой. Собирает много женских взглядов. Он уже успел сняться в паре фильмов. И если решит завязать с боями, то, несомненно, сможет продолжить свою карьеру в кино. Сейдж Нордкот. Молодой парень с белоснежной улыбкой и хорошо уложенной прической. Не оставит равнодушными многих девушек. Сейдж смог бы успешно выступать на показе мод, а его накачанное тело не стыдно показать на публике. Стивен Томпсон. У этого парня такая внешность, что ему кажется, лучше не драться в октагоне, а сниматься в каком-нибудь супергеройском кино, где он успешно смог бы стать каким-нибудь любимчиком публики. Коди Гарбранд. У этого парня выдающаяся внешность. Его улыбка вместе с его тату уже успели покорить сердце Пейдж Ван Зант, с которой он уже расстался. Но его нынешняя девушка ничем не хуже. Коди также смог бы стать моделью. Энтони Петтис. Бывший чемпион UFC, по-видимому, тратит немало денег, чтобы хорошо выглядеть, а его волосы всегда оставались в хорошем состоянии. Свою долю женского внимания успел получить еще во время WEC. Смог бы сыграть роль какого-нибудь харизматичного парня или молодого бизнесмена.